Больница в Брукхевен. Давай вспомним, что же происходило с 4 по 6 серию. Все самые интересные моменты. Для хорошего настроения посмотри до самого конца. Приятного просмотра. Кошмарное ограбление. 4 серия. Все, ночь наступила, пора приступать к делу. Только я не пойму, почему ты одел дурацкую маску? Я же сказал такую найти. Шеф, извини, я просто сел на нее, она треснула. Поэтому я взял бумажку и просто вот намалевал вот такую вот рожицу. Вроде меня никто не узнает. Сейчас, если дождь пойдет, он смоет всю твою бумажку. Ну ты болван. Ну шеф, ну прости. Ладно, уже некогда что-то менять. Друзья, чтобы у вас не было никаких никогда неприятностей, давайте поставим лайк за 3 секунды. 1, 2, 3. Молодцы. Давай, заглядываем сюда. Так, посмотрим, что за помещение. О, не, это не то. Наверное, то, что нам нужно в следующей двери. Все, наверное, вот эта дверь та. Ой, нет, это магазин одежды, не то, что нам нужно. Сейчас посмотрим там, следующую дверь. О, это то, что нужно, это банк. Все, давай, напарник, быстренько доставай пушку. Пойдем грабить. Все, я готов, пошли. На счет три заходим. Раз, два, три. Всем стоять, это ограбление. Руки в пол, голову наверх. Короче, все стоять. Слушай, а тут что-то никого нету. Ну, конечно, никого нету, мы же с тобой пришли. Ночью, все спят. Пойдем, я знаю, где сейф, он находится на втором этаже. Бери карточку и пойдем. Я тоже возьму карточку. Все, карточка подошла, отлично, заходим. Ого, смотри, какой сейф. Шеф, а у тебя есть какие-нибудь идеи, что нам делать? Ты взял то, что я тебе сказал? Бомбу? Да. Ну да, взял. Ну что стоишь тогда, доставай, то вон день уже наступает. Доставай, подкладывай под сейф и шандарахай. Берем деньги и сваливаем. А, ну, хорошая идея, ладно. Давай, клади бомбу. Шеф, отходи. Да знаю, знаю. О, сигнализация сработала, надо бежать. Шеф, я вижу в окно, полиция едет. Что делать будем? Внимание, банк окружен. Бросьте оружие и выходите с поднятыми руками. Шеф, тут нам говорят какую-то фигню, типа бросьте оружие, выходите с поднятыми руками. Так, по улице мы уже не уйдем. Окей, сначала будем отстреливаться. Че, мы зря грабили, что ли? Давай достаем стволы и испугаем всех полицейских выстрелами. Все равно с такого расстояния мы не попадем. Шеф, я попал! Слушай, и я попал, круто! Хоть полицейский был эта машина, я все равно попал, круто! Ну все, хватит стрелять, я знаю, здесь черный ход, уходим! Все, спускаемся вниз! Вперед, да, сейчас вниз и потом по коридору туда, в ту сторону! А ну-ка, руки вверх! Вы попались, преступники! Ой, шеф, кажется, у нас неприятности! Да, я согласен! Кошмар! Их ранили, их нужно срочно спасать! Что делать? Нужно вызвать скорую помощь! Хорошо, сейчас наберу. Так, номер скорой помощи, вот номер скорой помощи. Алло, здравствуйте, скорая помощь! Какой сегодня чудесный день, вообще нету ни клиентов, ни пациентов, вообще. Мне кажется, сейчас спокойно попьем пепси и пойдем домой. Ну, я хочу уже отдохнуть, устал. А мне еще отчет составлять. Если хочешь, я тебе помогу. Здрасте, что случилось? У нас тут чрезвычайное происшествие. Номер 2318, 2318, быстро приезжайте к банку. Двоих полицейских ранили. Хорошо, все, едем. Доктор, там чрезвычайная ситуация. Полицейские ранены. Это очень плохо. Быстро едьте, забирайте полицейских. Мы пока приготовим операционную. Все, мы побежали. Настя, в
Вперед в операционную, готовим, срочно, срочно, погнали! Ладно, бегом, бери их, поехали! Да-да-да, берем их, берем, а то они стекут кровью! Быстренько садись и поехали! Все, я села, пациентов всадила, поехали! Надо быстрее доехать, быстрее, быстрее! Это же опасно для их жизни, полицейских надо спасти! Доктор, давайте сначала этого пациента. Она очень много потеряла крови. Хорошо, хорошо, давайте еще приступаем к работе. Бегом, бегом. Так, скальпель. Дайте. Зажим. Зажим, держите. Тампон. Тампон. Кровь уберите, вот здесь уберите кровь. Быстренько, быстренько. Убрала. Так, все, начинаем зашивать. Зашиваем. Зашиваем, зашиваем. Все, все, отлично. Все, следующую, следующую. А эту тиктокеру вози в палату. Давайте следующую. Да, доктор, вот, мне кажется, она уже потеряла сознание. Сейчас, 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 сейчас. Так, укольчик, укольчик, адреналин. Все, сердце запустили, начинаем работать, начинаем работать. Доктор, что это такое? Это пуля. Вытаскивайте ее, оставите ей на память. Хорошо, что она застряла в ключице и не повредила жизненно важных органов. А, доктор, ей так повезло. Да-да-да, все, сейчас вылечим. Все, вылечили, зашили. Все, ладно, увози ее тоже в палату. Ты же сама видела, операция прошла успешно. Пациенты в сознании, все нормально. Сейчас они проведут курс реабилитации, восстановятся, и с ним будет все хорошо. Доктор, вы такой молодец, я так рада. Все, Настя, идите проверьте пациентов, а я пока займусь отчетом и руки от крови помою. Едет в горку с натугой, но что-то происходит. У него загорелась машина, что происходит? Я отвалились колеса. Катастрофа на гонках. Пятая серия. В главных ролях доктор Пупкин, который может вылечить практически любую болезнь, как только выяснит, что это за болезнь. Он очень умный, но лысый и очень стесняется своей лысины. Помощники доктора Пупкина. Сестра Лайк Настя. Она очень хорошая, но постоянно все путает. Ботанка. Очень умная, хорошо училась в школе и сейчас максимально старается помочь доктору Пупкину. Тиктокер. Водитель скорой помощи. Часто именно от его действий зависит, выживет ли пациент или нет, ведь вовремя оказанная помощь – это одна спасенная жизнь. Лана. Верная помощница водителя скорой помощи, которая готова всегда прийти ему на помощь. Все, я начинаю снимать. А что мне говорить? Что мне говорить? Ну, то, что сейчас будут гонки и победит самый сильный. Друзья, всем привет! Вы на канале Попыточки. Сегодня у нас будет супер гонка в Брукхевен. Победит самый сильный игрок. Кстати, кто не подписан, обязательно подпишитесь и поставьте лайк. О, правильное слово. Уже через минуту вот эти машины рванут по трассе. Будет первым, получит главный приз. Ой, я смотрю, машины включают фары. И готовятся к старту. Чтобы вы ощутили все впечатления от гонки, мы с оператором сядем в гоночные машины и проследим за всей гонкой. Внимание! Начало гонки! Всем приготовиться! 5, 4, 3, 2, 1! Старт! И начало гонки! Все машины двигаются вперед, разгоняются, синие отрываются вперед,
Ёша немножко буксует, у него почему-то дымит машина. Казалось бы, спорткар должен быть первым, но он отстает. Смотрите, идет борьба, борьба! Небольшое столкновение, бац, он перевернулся, что происходит? Опа, опять встал на колеса, снова пытается вырваться вперед. Так, ну что-то у него дымит, барахлит двигатель, что происходит? Это катастрофа, все машины ушли вперед. Этого не может быть, этого не может быть. Едет в горку с натугой, но что-то происходит. У него загорелась машина, что происходит? И отвалились колеса, какой кошмар! Этого никто не ожидал на этой гонке. О боже, что произошло? Какой замечательный кадр! Машина разбилась и загорелась. Это же остросюжетный сюжет! Эти новости наберут миллион просмотров. Так, поснимаю-ка, как горит машина. Так, вот человек лежит. Ой-ой-ой, кажется, он без сознания. Посмотрю вокруг. У машины даже колес нету. Срочные новости, срочные новости. Произошла страшная авария во время гонок. Есть один пострадавший. Не переключайтесь, у нас остросюжетный сюжет. Ой, а что мы стоим? Может, скорую вызвать? Ой, точно, надо вызвать скорую. Мы сейчас прямо в прямом эфире вызовем скорую. Хорошо, я сейчас наберу. Скорая помощь, вызов. А ну, чертогид, давай, кати меня, кати. Сейчас, я бегу уже, нормально, давай, давай, давай. Все, как тебе скорость? Ну, можно было бы и быстрее. Хорошо, прибавлю скорости, раз, два, три, четыре, пять. Давай, лошадка, ну, вези меня. Слушай, слушай, как ты думаешь, Лана, нам ничего не скажут, что мы тут бегаем на заднем дворе больницы с тележкой? Да если что, скажем, что тренируемся пациентов возить. Ага, кстати, хорошая отмазка. Ну все, теперь твоя очередь, катай меня. Ой, ты что такой толстый? Тяжело тебя вести. Я не толстый, я упитанный. И давай, без разговоров катай, я же тебя катал. Ой, стой, стой, остановись, телефонный звонок. Алло. Здравствуйте, у нас здесь отличные новости. Ой, ужасные новости. Здравствуйте, а можете конкретнее сказать, что происходит? У нас тут супер классный кадр. Классный кадр? А скорая помощь тут при чем? Ой, я хотела сказать, что у нас тут авария на гонках произошла. И вот человек уже лежит 2 часа без сознания. Мы просто не сразу догадались вызвать скорую помощь. Все, мы снимаем, приезжайте скорей. Ёлки-палки, опять эти репортеры звонили. Нет, бы сразу скорую вызвать, они же сначала поснимают, а потом только вызывают скорую помощь. Все, побежи, поехали, поехали, срочно, надо помочь человеку. Ладно, быстренько, быстренько едем, там авария, уже 2 часа человек без сознания, эти репортеры совсем сдрындели. Поехали скорей. Главное успеть, иначе может быть поздно, авария, это же серьезное дело. Мы можем сейчас снять, как работает скорая помощь. Возможно, человек не выживет, потому что долго вызвали скорую. Ладно, все, давай, бери его на тележку и поехали. Ему только доктор Пупкин поможет. И вот, мне удается снять кадр, где увозят больного. Настя, принеси мне, пожалуйста, воды. Хорошо, сейчас принесу. Настя, ну и что ты принесла? Пепси. А я что просил принести? Воды. Ну и как же Пепси похоже на воду? Ну Пепси же вкусней. Не надо мне Пепси, принеси воды. Ну ладно. Настя, принеси мне что-нибудь вкусненькое. Хорошо. И что это ты мне принесла? Тортик. Настя, для меня вкусно это какой-нибудь гамбургер, а тортик это много всяких жиров и слишком много сахара, кариес. Унеси эту гадость, я не буду есть. Неси мне нормальный гамбургер. Ну ладно. Настя, а ты куда это смотришь? Блестит. О, блестит. Моя лысина что ли блестит? Ты что, на мою лысину смотришь? Да нет, доктор Пупкин, доктор Пупкин. Кругляшок
мешок у вас над головой блестит. Я про вашу лысину ничего не говорю. Ага, ну ладно, иди займи пост. Мне кажется, скоро скорая приедет. Возможно, будут пациенты. Хорошо, доктор Пупкин, я побежала. Только не перепутай, как обычно. Беги на пост, а не беги в какую-нибудь комнатку в телефон поиграть. Ладно, ладно, не буду перепутывать. Что у вас случилось? Давай, эта гонка произошла. Скорую очень долго вызывали. Мне кажется, человек уже при смерти. Нужно срочно его спасать. Ой, сейчас скажу доктору Пупкину. Давай, давай, быстрей. Доктор Пупкин, доктор Пупкин. Там тяжелый пациент с аварией. Что? Ладно, все, бежим, бежим. Побежали скорей. Так, внимание, внимание, команда. Приготовили адреналин, зеленый адреналин. Его нужно очухать в первую очередь. Сейчас я буду пытаться запустить ему сердце. Очнись! Сердце запустись! Доктор, с вами все нормально? Да я тут народную медицину пытаюсь использовать. Запустись! Доктор, может, по обычному методу? Ну ладно. Делаем непрямой массаж сердца. Врубаем адреналин. И... Есть! Все, очухали нашего пациента. Ладно, вези его в палату. Отлежится день-два, и все будет с ним нормально. Доктор Пупкин, вы такой молодец! Конечно, я знаю. Все, везите в палату. Последние выжившие. Ну что, мужики, все готовы? Сейчас перекусим бутербродиком и поползем вверх. Нам предстоит залезть аж вон туда, на самую верхотуру. Слушайте, ребята, а тут ночь наступает, ничего страшного, в темноте лезть. Я помню, как-то лазил по темноте нормально, залезли, слезли, все было хорошо, ничего не случилось. А, ну я надеюсь. Ладно, мужики, хватит, поболтали. Давайте собираться в путь и вперед на покорение вершины. Ну что, давайте, погнали, мужики. Ой, как-то мне прям прохладно рукам. Ничего страшного, сейчас полдороги пройдешь, и у тебя прям жара будет, аж вспотеешь. Я не первый раз покоряю вершины. Ну ладно. Черт, я отстаю. Ребятки, что-то я подустал. Тяжело немножко лезть, но я вас догоню, догоню. Не переживайте. Давай, дружище, давай, давай. Я тоже медленно иду, но ничего, справимся. Эй, мужики, вы что там так далеко? Давайте, смотрите, где я уже, как я высоко забрался. Давайте, догоняйте. Ой, мне немножко скользит, и я сползаю вниз. Ну ничего, я сейчас попробую залезть. Так, здесь уступ, я вижу уступ. Сейчас мы на него заберемся и дождемся остальных. Давай, вот он уступ, давай на него залезем. Фух, давай немножко подождем нашу команду, вон они снизу идут. Если честно, мне немножко холодновато. Да, что-то прохладно сегодня, я не знал, что на высоте 10 тысяч метров такой дубак. Мне кажется, мы можем подзамерзнуть. Ты с собой дрова-то взял? Нет, дрова не брал. Это плохо, надо забраться на вершину и потом сразу спускаться. Согласен, надо дождаться наших и пойдем дальше. Фух, я тоже залез, давай, давай, дружище, залазь. Да все, все, сил уже почти нет. А до вершины, ё-моё, ещё столько ползти, сейчас я с вами отдохну и попробуем дальше ползти. Ох, как же я устал. Ты устал, а я уже замерз. Реально, холодновато что-то тут. А я пока вспотевший еле залез. О-о-о-о-о-о-о. Сейчас отдохнем и поползем. Ладно, вы двое отдыхайте, а мы пойдем, а то мы сейчас замерзнем. Все, мы поползли, а мы пока посидим отдохнем. Слушай, что-то холодновато отдыхать. Что, поползли тоже? Давай, поползли. Тем более, вон наш уже вон куда заползли. Кто-то там перевернулся. Перешел он за грань. Сейчас догоним их. Оба-на! Кажется, мы приползли куда надо. Это вершина. Мужики! Все, мы тут забрались, давайте, чуть-чуть осталось, и вот уже вершина. Давайте, 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 подтягивайтесь, и будет нормально, все, давайте, чуть-чуть осталось. Капелька, давайте, давайте, сейчас я вам руку протяну, заберетесь. Мне кажется, или здесь намного холоднее, чем внизу, и даже когда мы залазили. Мне кажется, здесь очень холодно.
И дров вокруг нет вообще ни одной дровишки. Давайте, давайте, мужики, залазьте. Отлично, 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 все. О, правда тут холодрыга такая, внизу зелень, а здесь прям лед, ледышка. Мужики, давайте дрова поищем. Слушайте, здесь ни одной дровишки нету наверху. Мы же замерзнем. Кто-нибудь термос взял с собой? Чай? Нет, не взял. Я тоже забыл. Я не думал, что так холодно будет. Мужики, тут холодно. Мы уже домой не доберемся. Мужики, что там холодновато? Резко понизилась температура на 20 градусов. Уже минус 50 у меня по датчику. Мужики, мы же не успеем спуститься, что делать? У меня на термометре температура все еще понижается, хоть и день наступает утро, но температура все еще понижается, видимо, какой-то циклон. Ёлки-палки, мужики, мне уже трудно разговаривать, я замерзает рот у меня. Что делать, как нам спастись? Кажется, нам конец. Все, мужики, я падаю, я замерзаю, я не могу стоять. И я замерзаю. Нет. Этого не может быть. Все не может так плохо закончиться. Нужно что-то придумать. Я уже не могу ничего придумать, я замерз. О, у меня идея, надо позвонить. А, телефон достал из последних сил. Боже, какой же он холодный. Сейчас батарейка замерзнет. Ой, телефон примерз к уху. Надеюсь, я успею дозвониться. Ла, смотри, смотри, какую нам штуковину прислали. Это же настоящий медицинский вертолет. Ух ты, какой он красненький, красивенький. Да, невероятная машина, новый, только с завода. Вообще, я, кстати, проходил курсы управления, так давно мечтал полетать. Ты что, даже умеешь управлять вертолетом? Да, конечно, умею, я управлятель суперкласс, я могу и самолетом управлять, и вертолетом, и автобусом, и пожарной машиной, и машиной скорой помощи, я вообще любым транспортом могу управлять. Да ладно, потрясающе, вот это ты крутой. Да, я бы, знаешь, что хотел? Куда-нибудь на нем слетать. Ну, у нас за все время работы ни разу не было такого вызова, где нужен был бы вертолет. Да, кстати, вот вспоминай, ни одного вызова не было. Ага. О, подожди, телефон мне звонит. Алло, здравствуйте, это скорая. Да, здрасте, это скорая. Что случилось? Мы, экспедиция, лезли на гору и замерзли. У нас нет дров, 3 напарника, уже все, вообще ледышки. Пожалуйста, пришлите спасателей. Мы умираем, замерзаем. Хорошо, хорошо, где вы находитесь? Скажите быстрее, где вы находитесь? Мы на Килиманджаре. Килиманджару. Я не могу больше говорить. Телефон примерз к уху и губы замерзают. Ты представляешь? Вот нам только сегодня выделили вертолет. И что? И сразу вызов. Туда добраться можно только на вертолете. Экспедиция замерзла на высоте, на высокой горе. Это кошмар. Все, жди. Жди, предупреди всех, что скоро поступят замерзшие люди. Я полетел. Хорошо, лети, а я все подготовлю. Я посадил двоих, но, к сожалению, больше мест нету. Ребят, потерпите, пожалуйста, потерпите. Я сейчас отвезу ваших напарников и вернусь. Только не замерзайте насмерть. Все, я сейчас вернусь. Держитесь, держитесь. Сейчас я вас отвезу, все будет нормально. До больницы на вертолете недолго лететь. Главное, держитесь. Мне надо будет сразу вторых везти.
Все, приземляемся, сейчас приземлимся. Держитесь, ребят, держитесь. Все, мужики, долетели, сейчас я позову персонал. Девочки, девочки, погнали, быстрее. Бежим, давай, куда идти? К вертолету, забирайте их. Вы повезли их. А я полетел за следующими, там два еще замороженных. Это кошмар. Все, я полетел. Надеюсь, они еще не замерзли. Так, ставим диагноз. Я вижу, что обморожение. Просто сильнейшее обморожение. 90% кожи. Здесь уже обычная медицина не поможет. Нужна народная медицина. Называется запенивание кожи. Для этого нам не понадобится. Достаем обычный бытовой огнетушитель пенный. И запениваем. Сейчас все получится, Давай. Что ж такое-то, а? Это, видимо, тяжелый случай. Сейчас я его... Давай. Сейчас все получится. Фух, народный метод помог. Так, теперь со вторым надо справиться. Давай. Сейчас. Немножко, во. Отлично получилось. Да, фух, как раз пена закончилась. Доктор, там еще вертолет везет двух человек. Что? Еще двух? Я за огнетушителем, а вы, ребят, раскладываете по палатам. Им надо теперь 3 дня отлежаться. Подбегаем к зеленой точке и заправляем огнетушитель. Вот так вот, раз, два. Заправил, отлично. Погнали. Сейчас еще команда прилетит на вертолете. Здесь очень сложный случай. Тиктокер, внимание, бери тоже огнетушитель и давай вместе одного сначала, потому что они уже слишком перемерзли, ждали, пока ты прилетишь. Давай, одного сначала. Сильно. Давай. О, получается, отлично, получилось. Так, давай, переключаемся на второго, а то, мне кажется, он сейчас дышать перестанет. Быстрее размораживаем этого второго. Давай. О, фух, отлично. Народный метод сработал. Все разморозились. Ну что, команда, я считаю, что мы сегодня справились с нашей ситуацией, мы всех сегодня спасли. Настя, Лана, развозите по палатам, я пойду запишу отчет о том, как все произошло. Давайте, ребятки. Это был сложный случай, нужно будет обязательно его описать, чтобы потом другие смогли справиться с похожей ситуацией. Друзья, так и закончился день в Брукхевен. Возьмите себе на заметку, что даже если вы отправляетесь в путешествие, подумайте о безопасности, чтобы с вами ничего не случилось. И обязательно, чтобы у вас был рядом телефон, чтобы вы могли в случае неприятности вызвать МЧС или скорую помощь. Ну а чтобы не пропустить новые серии, подпишитесь на канал, поставьте лайк, ведь продолжение сериала про больницу следует. В главных ролях доктор Пупкин, который может вылечить практически любую болезнь. Как только выяснит, что это за болезнь. Он очень умный, но лысый. И очень стесняется своей лысины. Помощники доктора Пупкина. Сестра Лайк Настя. Она очень хорошая, но постоянно все путает. Ботанка. Очень умная, хорошо училась в школе. И сейчас максимально старается помочь доктору Пупкину. Тиктокер, водитель скорой помощи. Часто именно от его действий зависит, выживет ли пациент или нет, ведь вовремя оказанная помощь – это одна спасенная жизнь. Лана – верная помощница водителя скорой помощи, которая готова всегда прийти ему на помощь.